Здравствуй, дочь моя. Привет, мама. С приездом. Спасибо, моя дорогая. Сама не знаю, зачем прилетела. В Египте такая прекрасная погода, и мумии посимпатичны. А чем тебе не нравится моя мумия? Ой, мой муж. Ну, если кое-что поменять, вы бы были идеальной парой. Да? А что поменять? Его. И вообще, я тебя не понимаю, Наденька, но если тебе так приспичило выходить замуж за человека, ну, могла бы посоветоваться с мамочкой. Я бы подобрала тебе более красивый экземпляр. Мам, мой Ваня красивый. И потом, внешность для мужчины не главное. Конечно, внешность не главное для некрасивого мужчины. Какая прелесть. Слушай, Надя, а у меня идея. А если так? Мам, ты что делаешь? Верни, как было. А как было? Я что-то позабыла. Хорошо, а если так? О, так, по-моему, гораздо брутальней. Хм, а ему идут усы. Слушай, а может, добавим ему немного щетинки? Давай. О, красавица. Кофе пахнет? Мама, открой, пожалуйста. Бегу, бегу.